Москва, 28 мая, РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин распорядился провести торжественный прием в честь Дня России в Кремле 12 июня. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В связи с празднованием Дня России провести 12 июня 2018 года в московском Кремле торжественный прием, пригласив на него до 1,5 тысяч человек, говорится в распоряжении. Согласно документу, на прием должны быть приглашены члены правительства РФ, представители Совета Федерации и Государственной Думы, федеральных органов исполнительной и судебной власти, а также представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства, главы дипломатических представительств, аккредитованных в РФ. Путин также поручил администрации президента РФ, Соуправлению делами президента обеспечить организацию приема,